переходим к чистым источникам энергии. А плохая? В том, что батареи со временем теряют емкость. По мере того, как электромобилей становится больше, будет все больше использованных батарей. Что с ними делать? Их следует извлечь и отсортировать, пересобрать и повторно использовать в разных целях. Это Ада Конг. Она работала над отчетом о батареях для Greenpeace в Восточной Азии. Аккумуляторы, которые...